Всем доброе утро и добро пожаловать в новое видео. Я уже все приготовила, что мне сейчас понадобится. Будем с вами заниматься небольшой переделкой. У меня вот такое количество здесь декораций. Вот такой зайка розовый. Я его не использую, вот, потому что он розовый. Вот здесь вот вставки розовые. Он, в принципе, и так может пойти. Ну, как бы попробуем переделать. Я не знаю, не гарантирую, что у меня получится, конечно. Вот здесь вот у меня голубенькое яичко, но я хочу сделать золотым, попробовать. И вот это вот яйцо Фаберже, вот здесь открывается еще. Попробовать тоже перекрасить его. Хочу перекрасить полностью в белое, а уже вот эту окантовку аккуратно вот кисточкой покрасить. Вот. Получится, не получится, посмотрим. А и вот этот зайчик, я думаю, покрасить в белый. Но не знаю, посмотрим. У меня здесь белая краска есть, но она, по-моему, матовая. Вот. У меня серый есть из красок. Вот золотой. Золотой хочу покрасить вот эти вот бабочки. И вот это вот яичко. Это первым займемся. Ну, а это уже вторым. Сейчас попробую на кухне здесь заняться. Посмотрю, если сильно будет пахнуть, конечно, краской, то перейдем на балкон. Вот. Затем вот такой вот глиттер есть, как блестки, и белая краска. Вот. Здесь у меня чуть-чуть краски белой, здесь вот полная. Попробую, сейчас нам понадобится вот такой вот скотч. Я хочу сейчас аккуратно прям все вот здесь вот заклеить вот, это, вот этим вот скотчем. Все аккуратно, чтобы только одно яичко осталось. И потом уже попробовать покрасить. Вот в такой вот золотой. Получится, получится, не получится. Ну, что теперь сделать, да? Не столько получается красить, сколько сначала нужно все приготовить, как обычно, чтобы краска никуда не попала. Все позаклею полностью. Что когда распыляешь краску издалека, все равно где-то получаются капельки, где-то еще что-то вот так вот. Все, все позаклею. И уши заклею. Ладно, так уж и быть. Вот так все будет. Вот. Готов. Сейчас попробуем. Как можно, конечно, дальше я скотч засунула. Вот так вот. Чтобы получилось. Здесь принесла старое полотенце. Мы уже давно используем как тряпку при ремонте и вообще. Вот. Здесь все полностью так заклеить. И будем пробовать. Первую попробуем сейчас на кухне. Если будет получаться, то пойдем на балкон. Надо вообще порядок уже на балконе наводить. На улице уже, в принципе, тепло. Да, сначала принесла перчатки, потом начала красить. Ну, вот так вот получилось. Посмотрим потом, когда откроем все. Я думаю, на раз как раз хватит этого. Так, ну, в принципе, первое все. Только я уже запачкалась здесь.
Ничего, перчатки приносила. Я продолжаю все то же самое, что и делала с зайцем. Нужно хорошо это все заклеить. Где-то плохо можно подлезть. Мне помогает зубочистка. Хорошо все заклеиваем. Также проклею полностью яйцо большим скотчем, широким, чтобы где-то что-то не попало. Вот, проклеиваем и будем красить. Мне не помешает это. Сейчас мы быстренько вот так, я ничего не буду здесь ставить. Тело отнесу. Подкрасим, подкрасим. Вот так, все это быстренько. Это все. Пускай здесь постоит, также подсохнет. Давай, я покрасила уже. Сейчас эти возьмем полностью. Сейчас одену перчатки и пойдем эти уже. Здесь уже замарала золотым. Сейчас вытереть надо. Вот. Поставлю их аккуратно вот так вот куда-нибудь на крышечку, наверное. Сейчас отсюда сниму вот так. Поставлю низ. Так и останется, наверное. Либо в конце его. Видите, я даже по распродаже его брала с красной ценой. Это все сейчас бумажки уберу. И покрашу сначала полностью со всех сторон, со всех боков. И потом уже также яичко. На крышечку, чтобы повыше было. И полностью аккуратно попробовать покрасить. Но только надо красить подальше, чтобы не было никаких потеков. Буду красить белой краской на балконе, потому что здесь сильно будет пахнуть дома. На балконе сейчас пойдем, будем делать. У нас на улице сегодня прохладненько, не сильно, но вот так вот уже должно быть все высохшее. Уже минут 15 прошло. Сейчас я пойду те начну красить, и потом уже Макс тоже идет. Ну одевайся. Одевайся. Сейчас расстелю сюда. И буду здесь делать. Так, сейчас это все сделаю, чтобы аккуратно это все было вот так вот. И просто... Пока у меня все сохнет на балконе, я решила быстренько сделать блинчики на печь, так как неделя масленицы уже кончается. Я это уже, конечно, второй раз буду делать блинчики. Первый раз сделала чуть-чуть совсем, а сегодня хочу сделать с фаршем, накрутить их. Вот. Хотела сделать с творогом, но у нас с творогом, кроме меня, никто не ест, так что не стала делать, просто сделала с фаршем и все. Сегодня напекла блинчики, делала на двух своих больших и на одной маленькой делала. Это уже последние с дырочками не хватило. Вот, сделала вот столько, но делала почти на 2 литра. Вот. Хочу еще сделать с фаршем накрутить. Наверное, большие, потому что маленькие я не смогу накрутить. Вот. Сейчас фарш вытащила только. С луком обжарю его и накручу. И будут такие вот блинчики еще. Ну, а завтра, может быть, с творогом сделаю. А вы уже пекли блинчики на этой неделе? Всем еще раз привет. Вышли уже на улицу вместе с Максом. Он на своем параде. Идем в школу. У нас уже сейчас 20 минут первого. Наша дочь с отпуска
приехала, должна приехать. Не знаю, конечно, в это время. Ну, где-то до часу. Мы чуть пораньше вышли. Сейчас пойдем ее встретим, так как у нее тяжелый чемодан. Здесь у нас 10 минут даже ходьбы нету. Нога болит. Давно на велике не катался, да, наверное, Максим? Да? На велике не катался так долго? Я эту неделю опять дома сидел. Ушки болели. Не стала его отводить в школу. Ой, шел в школу, в садик. У меня тоже есть еще кашель. Вот. У нас тепло сейчас уже так хорошо. Тонкая курточка у меня, шарфик. И все равно жарко. Вот. Максиму тоже уже куртку осеннюю вытащили. То он в зимний еще ходил. Вот. Ну, а так погода сегодня классная вообще. Здорово. Когда настроение даже поднимается, когда такая погода. Когда тепло, хорошо. Вот. Блинчики напекли. Уже закрутила их с фаршем тоже. Сейчас придем, будем чай пить. Все деревья уже распускаются. Так красиво везде становится. Красиво, чистенько, хорошо. Да. Подходим уже к школе. Там детей очень много. Пауза. Вот. А меня подожди. Спешит. Он всю неделю няню вспоминал. Когда няня, когда няня. Любит няню. Вместе с ней оставаться. В комнате часто с ней сидит у нее там. Вот. Сейчас пойдем встретим. Подошли уже. Вот здесь вот обычно автобусы стоят. Там остановка. Получается вот напротив нашей школы. Здесь наша школа. Гизамшуле. Где детки наши учатся. А напротив получается. Вон там дальше получается. Вон там идет гимназия. И вот эта халя идет уже. А вон, кстати, один автобус уже стоит. Мне на трех автобусах должны приехать вообще. Вот. А это идет как бы и для нашей спортзал школы. И иногда сюда приходят тоже дети с соседней вот школы, с гимназии. Все, вот они мы. Нет, там нету няни. Няня приедет на бусе. Вот. Здесь и машина стоит уже, смотрю. Может быть, встречают, либо просто со школы встречают. Посмотрим. Да, Максим? На улице хорошо, как классно. О, солнышко выходит. Солнышко выходит, прям жарко становится. Вот. Сейчас подождем, здесь походим. Думаю, минут 15, да, автобус начал приезжать. Ты что, устал? Ты за новая мода такая. А? Красавчик ты мой. Ты чё? Спать? Скажи, я в это время вообще иду спать. Да. Ну ладно, ничего страшного. Сегодня попозже пойдем спать. Там нет няни. Няня еще не приехала. Нету няни в этом автобусе, по-моему. Бус там едет. Один бус уже приехал. Ну, может быть, во втором всего три буса должно быть. Вот. Сейчас много народу. Все как раз дети со школы идут уже. На балкон. Сейчас хочу заняться цветами. У нас такие тучи идут. Сейчас, наверное, дождь будет сильный. Так темно сразу стало. А даже вот уже покапал. Только начала снимать, и уже дождь пошел. Вот у меня здесь цветы. Я уже приготовила горшки. Этот помыла, этот тоже помыла. Он, видите, внутри какой. Я его хочу потом наждачкой все это хорошо обчистить. И покрасить внутри. Он пускай сохнет. Это к вот этому горшку у меня. Это я хочу посадить вот женское счастье туда. Вот, видите, он у меня какой сейчас. Там мало так земли стало. И он какой-то такой вялый вообще. Вот, хочу полностью пересадить. Корни, конечно, сейчас оттуда все вытащу, помою все, все корни. И потом буду садить.
И вот этот вот снесла один маленький уже белый горшочек. Это буду садить вот это вот. Я не знаю, как это называется. Этот цветок. Я его принесла с работы вчера. Вот. Вот решила его тоже посадить. Он прям с корнями уже. Такой длинненький. Посажу его сюда. Пускай будет он такой длинный. Поставлю либо на окно, либо куда, не знаю, посмотрим, такой длинный пока еще куда. Ну, он так свисать. Мне вчера как раз посылки пришли, землю заказала, потом камушки специальные вниз, получается, в горшок, и вот это перлит заказала, чтобы не просто земля была одна, а ну, чтобы вот с этими камушками она намного лучше растет, цветы все. Сейчас быстренько займусь. И здесь у меня мое яйцо. Я уже вот это сняла все, что было. Вот так вот все получилось. Я его не хочу сейчас трогать, потому что я его покрыла вот этим вот глиттером. Видите, у меня все руки грязные. Вот он там переливается. А это пока вот на второй раз чуть-чуть пришлось сделать кое-какие. Уберу сейчас сюда, потому что дождь, чтобы не попал. Вот, как-то так. Пускай все стоит теперь здесь. Вот, а завтра уже буду балконом заниматься. Тоже хочу, может быть, съездить в цветочные магазины. Может, уже цветы какие-то на балкон взять. Вот, и буду заниматься цветами. Всем доброе утро. Это уже следующий день у нас. Продолжаем свои переделки. Вчера очень хорошо все высохло. Начнем вот с этого зайчика, вам покажу сейчас. Все аккуратненько. Если даже где-то и у меня протекло... Я вот вчера снимала, уже не стала снимать этого, вам показывать, да. Просто сняла, и пару мест было, где затекла краска золотая. Я взяла растворитель для ногтей, для лака стирать. Вот. И все вытерла, в принципе, он чистенький, хорошенький. Так, и вот это вот. Это яичко я вам показывала, что я еще глиттером, блестками покрыла. Вот. Здесь, конечно, прям не сильно так идеально. Ну, если не присматриваться, в принципе, нормально. Здесь получился прям идеально такой. Чистенько, все классно. Здесь золотой цвет идет чуть-чуть темнее. Вот этот прям золотой-золотой такой. Этот идет темнее чуть-чуть тем, что я вот покрыла, получается, блестками, и он чуть-чуть темнее стал. Вот так вот. Такое вот яичко получилось. Вот, и теперь вот это вот наш зайка. Наш зайка вот такой вот получился. Здесь вот такие вот есть неровности. Это на самом зайке так было, почему-то я не знаю. Вот. А так он такой симпатичный, классный получился. Такой матовый, можно сказать, да? Он был сначала глянцевый такой. И вот это вот яичко. Здесь я не красила внутри, так все и осталось. Сейчас приготовила я краску золотую. Сейчас в крышечку ее налью. И вот этой кисточкой буду... красить вот эту вот окантовку. Здесь глазки золотым покрашу. И ушки, наверное, золотым покрашу внутри. Вот здесь вот. Так вот. Здесь внутри ушки, глазки. Посмотрим. Может быть, хвостик. Ну, хвостик нет, наверное. И вот здесь вот получается вот эту окантовку я сделаю золотым. Постараюсь, конечно, поаккуратнее. Получится, не получится, посмотрим. И вообще хотела сверху их тоже покрыть вот таким вот глиттером, да, но у меня кончился, оказывается. Так что, наверное, сегодня после обеда я с мужем, мы съездим в магазин, докуплю, если там будет, и уже вам покажем конечный результат. Но если, возможно, там не будет, то в следующем видео тогда уже покажу, как получилось. Но вот это вот мне очень понравилось, как получилось. Особенно вот это вот я так и хотела с золотым яичком. Когда я покупала, с золотым не было яичком, там были розовые, вот синенькие, это прошлогодний мой зайчик был. А это, по-моему, даже 2 года назад я его покупала, вот. А теперь как-то хочется, сейчас в моде черный и золотой, везде он получается, ну и поэтому хочется как-то золотого добавить, вот. Ну и сейчас будем переделывать вот эти зайчики. Сейчас, наверное, вот этого быстренько сделаю, и потом уже этим займусь.
такой вот у меня конечный результат получился. Не знаю, понравится вам или нет. Ну, мне очень понравилась моя переделка. Здесь я тоже хвостик, ушки, носик и глазки сделала золотым. И потом блестками покрыла. Здесь тоже белый. Сделала окантовку. Здесь у меня чуть-чуть я замазала. Вот, видно прям сильно. Ну, а так получилось, в принципе, симпатично. Вот, можно было, конечно, здесь и переделать это. И сейчас можно переделать. Взять белым чуть-чуть, замазать. И потом еще раз блестками покрыть. Ну, уже оставила как есть. Тем более задняя сторона. Вот. Открывается. Вот так вот получилось. Вот зайка сама мне нравится. Такой симпатичный получился. Был самый нелюбимый зайка. Розовый такой с цветочками. А получился самый любимый. И здесь тоже. Вот здесь видно, что это клей. Это как было самого изначального. Здесь просто золотым. Здесь тоже вот сверху глиттером покрасила. Вот, ну вот такая вот у меня переделка получилась. Как вам, пишите, переделка понравилась, не понравилась? Конечный результат мне понравился, очень симпатично. Конечно, все на один лад, все в блестках, все золотое, белое. Ну, как бы белое, оно универсальное, на каждый год и везде, в каждую комнату подходит.